Приехала вот такая машинка. Тигуанчик называется. Он немножко у нас обиженный. Вроде бы небольшое столкновение было. Ну, как мы видим, такой заломчик получился. В итоге будем разбирать, все снимать, дабы починить вот это дело. Надо снять бампер, чтобы снять фару, ну и так далее. Вот, сейчас приступим. Масштаб разбирается следующим образом. Вот такой торч N25. Здесь вот под низом, вот отсюда один. Вот он второй. И здесь вот он третий. Затем надо будет снимать, отщелкивать вот этот вот локер. Здесь очень нежные все эти защелочки. И надо аккуратненько все это снимать. Поэтому со всякими предосторожностями, чтобы ничего не поломать. Но, во всяком случае, постараться не поломать. Будем все это снимать. Для этого нужны нам будут вот такие вот съемнички. Начинаем потихоньку разбираться. Значит, у нас вот они, торчи. Это фара прикрепляется. Вон там еще один болтик внутри. Вот, раз, два. И вон он. Вон, три. Теперь, что касается бампера и панели. Раз, торч, два, три. Это здесь. Откручиваем пока вот это. А там дальше будет видно. Вот эта железочка, по идее, тоже нам может роль сыграть, если она съемная. Итак, приступаем. Откручиваем вот эти вот три торча. Торч здесь на 25. Должно быть видно. Раз. Два. И вот он третий. Все есть. Панельку ослабили, уже она ходит. Дальше надо бампер откручивать вот там снутри. Сейчас я покажу, что там. Значит, вот он один торчик. Вот второй, третий, ну и так далее. Все, что находим, все откручиваем. Дальше будет видно. Вот 5 саморезов снизу, торч на 25. Все откручиваем, и теперь мы можем потихонечку вот эту накладочку брать и снимать. Снимаем вот так, немножко расшатывая. Вот. Все здесь уже вышли зацепы. Вот такие тут зацепики. Мы их немножечко вот так качаем, и они выходят. Раз, два, три, вот четыре. Дальше разбираемся, что дальше. Там отсоединили. И вот он еще один торчик маленький. Итак, продолжаем разборку. Снял я для удобства. Вот, раз, два, три. Вот. Отщелкнул отсюда бампер. И вот еще у нас есть один болтичек. Тоже торч. Все то же самое. Надо откручивать.
Вот на этом месте был вот такой вот длинный болтик. Чтоб не потерялось, я все это складываю. Вот фара у нас начала шевелиться. Ну вот он еще один такой же. Вот она фара. Вот она. То же самое откручиваем. Креплений больше, чем я думал. Обычно бывает, что фара вот здесь где-нибудь прикручена. Но тут немножко изготовители пошли по другому пути. Вот то же самое, тем же торчем. Шайбочка здесь не теряется. Она несъемная. О, теперь фара у нас, как говорится, в руках. И теперь нам нужно вот этот электроразъем снять. И фара, в принципе, достается. И это хорошо. Электроразъем тут стандартно снимается. Вот, как мы видим, тут есть выступ. Вот такой отверточкой залазим. Сюда вовнутрь поддеваем. И он выходит. Вот такая у нас сейчас красивая машина. Ну что, будем править. На сегодня уже хватит.